Приветствую всех, кто смотрит это видео. В данном видеообзоре я хочу рассказать про аквариум фирмы Aqua Atlantis. Модель называется Funny Fish 50. Это аквариум с крышкой. В комплект также входил фильтр, однако при заказе в интернет-магазине информация была следующая, что это полностью укомплектованный аквариум, в котором есть и подсветка, и система фильтрации, но также сам аквариум и крышка. При распаковке, сразу на заводской упаковке было видно, что подсветка – это опционально. Собственно, вот сама упаковка от данного аквариума. И здесь мы видим, что подсветка optional, то есть в набор данного аквариума она не входит. Поэтому на сегодняшний момент мы имеем такой прекрасный аквариум, довольно бюджетной ценовой категории, но без подсветки. И в качестве подсветки вот у нас сейчас такая интересная лампа. Просто обычная настольная лампа, которая временно установлена. Никакого другого способа с закрытой крышкой на сегодняшний момент я не вижу. Значит, аквариум стоит 38 евро. Подсветка оригинальная, которая предполагается, она устанавливается под крышку, вот в это место, здесь специальное крепление для этого есть. И стоимость подсветки 49 евро. Поэтому аквариум из бюджетной категории попадает уже в категорию чуть выше, чуть дороже. Не все так прекрасно, как это было изначально. Как вариант для подсветки данного аквариума, я попробовал заказать на сайте AliExpress китайскую лампу. Когда она придет, я покажу, какой был эффект, что из этого получилось и получилось ли вообще что-то. Потому что крышка довольно низкая, и насколько получится разместить под этой крышкой данную подсветку, ну, это еще большой вопрос. Вот. Что касается фильтра. Вот этот фильтр, он входил в комплект. Фильтр маленький, компактный, я его установил, система аэрации в нем отсутствует. Значит, я его установил, попробовал. Работает он довольно шумно, как мне показалось, поэтому мне он не понравился, и он благополучно дальше живет в этой коробочке. Сам по себе аквариум довольно хорошей сборки, качества, но кроме стекляшки и вот пластиковой подставки и крышки, здесь, можно сказать, ничего толком нет. Поэтому, друзья, вот такой обзор. Надеюсь, он будет полезен тем, кто выбирает для себя первый аквариум и, возможно, смотрит на бюджетный какой-то вариант. Ну, если вы будете покупать себе или смотреть себе аквариум фирмы Aqua Atlantis и конкретно модель Funny Fish 50, то, надеюсь, данная информация будет для вас полезна, так как аквариум без подсветки, наверное, не самое красивое зрелище. Собственно, вот сама упаковка от данного аквариума. И здесь мы видим, что подсветка optional. Судя по картинке, она довольно плоская и будет хорошо подходить для данного аквариума. Вот он фильтр. Фильтр был, но, как я говорил ранее, он мне не понравился. Еще один интересный момент – это размеры аквариума. На заводской упаковке написано, что это 40,5 на 20,5 на 26,5 сантиметров. На самом же деле длина аквариума, она порядка 50 сантиметров. Если приложить 50-сантиметровую линейку, то видно. Вот, ровно, то есть 49,5 сантиметров длина аквариума. Точно так же ширина и высота фактически они больше.